Всем привет! С вами снова Мэфик. В этот раз я нахожусь в гавани Дилуна, в рыбацкой гавани. Жду катер в открытое море. Можно сказать, даже в открытый океан. Буду ловить ставриду, скумбрию, возможно, кальмара. Ну, или, может быть, окунь, если попадется. Побросаю воблер, посмотрю, может быть, есть тунец. Ну, на данный момент вот за моей спиной люди, ожидающие катера. То есть я сейчас жду катер. Вот. Мы грузимся, у нас проверяют документы, нам дают команду на отплытие, разрешение. И вперед! Погнали! Ожидание было недолгим. Все рыбаки расчехляли свои спиннинги, собирали снасти. У меня уже было все готово, поэтому я просто сидел и наслаждался обстановкой. Ну вот, долгожданный момент. Красавец катер причаливает к берегу. Матросы дружно отдают швартовые и притягивают катер к причалу. В порядке очереди все заходят на борт, и вот уже мы отчаливаем по направлению к офису морской полиции. Наш катер, конечно, не единственный в очереди, поэтому нам пришлось чуть-чуть подождать, пока он отойдет. Но это лишь несколько минут ожидания. Заблаговременно матросы выдали всем рыбакам спасжилеты. Видимо, это один из пунктов проверки морской полиции. Хотя бы на комплектность спас-средств. Итак, документы рыбаков проверены, отданы, дано разрешение на отплытие. И вот мы уже в открытом море. Мы отходим от причала на северной точке Тайваня и идем в юго-восточном направлении. Солнце садится, а мы прибыли на место. Корабль будет стоять напротив живописного места под названием Рюйфэн. Ну, теперь я расскажу немножко о своих снастях. Ловить я буду в отвес, постепенно опуская приманку до самого дна, проверяя весь горизонт глубин. Ну, то есть я опускаю приманку метров на 10, жду, подергиваю. Если ничего не происходит, то опускаю еще на метров 10. И так до самого дна. Значит, теперь поподробнее о приманке. К концу плетенки пристегивается поводок, к которому в свою очередь привязано 4-7 отводных поводочка с приманкой. И к самому концу этой гирлянды пристегивается пилькер или фонарик. Ну, я поставил пилькер, потому что есть надежда на большую рыбу. Пилькер у меня 100-граммовый, это, в принципе, нормальный груз на таких глубинах, здесь около 60 метров. Первые поклевки не заставили себя долго ждать, капитан включил освещение, матросы кинули лампу в воду, тем самым привлекая рыб, и где-то минут через 15-20 у меня начались поклевки. Нужно отметить, что в следующий час у меня были поклевки словно из пулемета, при том, что соседние рыбаки не взяли вообще ничего, но, может быть, у одного там села одна рыбка. Это было довольно странно. Они даже подходили смотреть, что у меня за приманка. Кстати, первые две рыбки забагрились, но поклевки я чувствовал. То есть это не просто случайность. Трихиурус лептурус, Largehead Hairtail, или известный как Beltfish, рыба-сабля. Поклевка была на дне, поэтому я решил больше не проверять горизонт и опускал приманку сразу до дна. Техника ловли, в общем-то, простая. Чувствуешь дно, выжидаешь некоторое количество времени и плавно приподнимаешь приманку. Опускаешь ее и чувствуешь, когда она коснется дна. Поклевку пропустить невозможно даже на самом дубовом джиговом удилище.
Но в какой-то момент мне надоело вылавливать их одну за одной. Я решил покидать воблер, но ничего существенного этого не принесло, поклевок не было. Поэтому я решил вернуться на джиг. И в какой-то момент происходит мощнейшая поклевка. И дальше некий обитатель морских глубин просто вытягивает леску, тупо ни на что не обращая внимания. В общем, примерно на этом моменте я понимаю, что вряд ли я ее вытащу, потому что затягиваю фрикцион, не затягиваю, ничего не поможет. Рукой леску я не могу удержать, это значит, что там сидит, ну, за 50 килограмм. А последние метры лески со шпули уже уходят, и, в общем, сделать ничего нельзя. Я не знаю, сколько там. В итоге от такого напряжения вылетает кольцо спиннинга и лопается плетенка. That's all. Ну, в общем, как говорится, нефиг горевать. Запасной плетенки у меня не было. Но ребята-матросы молодцы, дали мне попользоваться их запасной спиннинг. Я решил пристегнуть немножко другую приманку. Приманка в виде красных маленьких кальмаров с большим крючком. Приманка на скумбрию и окуня. Оснастка идентична предыдущей. Также, наконец, я вешаю пилькер. Правда, этот уже 150 грамм. Ну, в общем, роли это особо не играет. Что-то сидит. О, нормально. Ну, мало того, что клевало, так оказалось еще, что мы запутались с другим рыбаком. На помощь прибежал матрос. Ну и, в общем, помог распутать.
Скамбр японикус, или известная как чап макрель, тихоокеанская макрель, скумбрия. Плетенка на их катушке оказалась порядком поистрепанная и, в общем, в один момент оторвалась. Братья-рыбаки на корабле помогли и дали немножко плетни мне. Правда, толстоватый, поэтому я намотал всего лишь 70 метров. Как раз доставал до дна и был немножко в запасе. Я поставил примерно таких же кальмарчиков, только другого цвета. И, в общем, поклевка, спиннинг в дугу. Опять начинает выматывать леску, подбегает матрос, помогая закрутить фрикцион. Но в итоге леска рвется. Хочу отметить, что дело оказалось в каком-то непонятном то ли узле, то ли еще что-то, в общем, брак плетенки. Ну, эту рыбу я бы вытащил. Оставшись без силового спиннинга и без плетенки, я цепляю небольшой ратлин от японской компании Lucky Craft. Кстати говоря, сейчас видно на видео, как стая небольшого тунца гоняет малька. То есть начался жор поверхностный, поэтому воблер кидать в тему. И действительно, рыба отвлекается на приманку, начинает бить ее. Ну, бьют воблер-то. Ну и на следующем забросе, конечно же, один из тунцов крепко садится на крючок. А, есть! Вот и закончилась эта поездка. Выход в море удался. Я поймал некоторое количество рыбы. Конечно, очень обидно, что сошла большая, ну, я не знаю, под полтинник точно. То есть она мне сломала кольцо, вырвала, вымотала всю леску. Значит, вторая была где-то, ну, может быть, 20, где-то так. Всем, кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.